17 октября в Московской области временно приостановят работу ночных клубов и развлекательных учреждений в промежуток времени с полуночи до 8 часов утра. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Помимо этого, все досуговые, развлекательные, зрелищные, спортивные, выставочные, просветительские и иные подобные мероприятия с очным присутствием граждан в регионе можно проводить только с 8 часов утра до полуночи.